Привет всем! Сегодня хочу представить вам нож фирмы Kershaw. Вот он. Что я хочу сказать об этом ноже? Этот нож я ношу уже с собой в сумке где-то, наверное, года три. Но пока что он меня во всем устраивает. Единственное, что, конечно, вот эта клипса немножко вот впивается сюда, немножко в руку. Но так я вполне доволен этим ножом. Он подпружиненный. То есть фликает. Просто супер. У него на открытии стоит пружина. Для открытия одной рукой просто ненормально для меня. Классное открытие. Рукоять сделана из пластика. Вот здесь вот с такими вот шершавыми выпуклостями. Сделано все довольно-таки четко, аккуратно. Ручка подходит по эргономике своей прямо под мою руку, то есть ложится классно. Палец как раз упирается, куда ему нужно упираться, то есть вот на это место. Лезвие у него такое задиристое, то есть заточка такая задиристая. Форма, точнее. Ну, по своим габаритам этот нож в обухе. Нож в обухе. Сейчас мы наведем резкость. Вот. Нож в обухе 3 с малым миллиметра. Спуски идут чуть выше середины. Ну и сами спуском толщина его уходит где-то в миллиметр, ну и дальше режущая кромка. Ну, лезвие длиной 6,6. Рукоять 9,6 в сложенном виде. Этот нож, естественно, 9,6. Клиночек по центру. Были небольшие люфты, но я подтянул вот этот шестигранник, и люфт ушел. И вот эта клипса немного неудобна, то есть вот этот вот кончик, видите, он заполированный прямо вот здесь вот, то есть уже слезла с него красочка, поскольку при использовании вот оно немножко упирается в ладошку. Вот замочек вы сами можете видеть, он не в начале, он, можно сказать, в самом кончике. То есть, не знаю, я не помню, как это было до самого начала, когда я его купил, но сейчас он уходит почти до самого конца. Это, конечно, косяк, но мы протестируем этот нож в будущем, посмотрим, как он будет держать. Ну, на сегодняшний момент нож, естественно, бреет, то есть без каких-либо проблем. Режет бумажку. Есть чуть-чуть такое, как бы я его ни разу не точил, только подправлял на пасте. Но я вижу, что нужно его поправить немножко. Ну, как бы так. То есть, ножом, каждодневным ножом я им доволен, поскольку он такой легкий, удобный. Ну, сейчас я его
заменил. Сейчас я его заменил. Сейчас у меня этот нож уходит на полку, и вместо него приходит вот этот нож, как я вам уже показывал в своем прошлом обзоре. Вот этот вот нож у меня сейчас будет сидеть на кармане. Все, в будущем вы увидите тесты обеих этих ножей. Все, пока. Спасибо за внимание. Пока.